Минувшим летом Агата официально расторгла отношения с Павлом Прилучным. После расставания актриса потеряла работу сразу в нескольких проектах, а также переехала из роскошного дома в квартиру. Звезда призналась, тогда она всерьез переживала, что не сможет самостоятельно обеспечить детям достойную жизнь. 31-летняя Агата Муцениеце пригласила в свое шоу коллегу Елену Ксенофонтову, за плечами которой три громких расставания. Ведущая спросила гостью, каково ей быть в статусе свободной женщины, и призналась, что сама тяжело переживала период разрыва с Прилучным. Причем звезду беспокоили не только обманутые чувства, но и финансовые потери. Ведь после развода Агата лишилась работы в сериале «Клетка» и в постановке «Авантюристы по неволе». «Я помню, боялась, что не смогу заработать денег. Оказалось, что это полный бред», — заявила она. Маме двоих детей действительно ни на что жаловаться. Муцениеце хоть и покинула загородный дом в элитном поселке, зато переехала в четырехкомнатную квартиру в столице. Звезда наслаждается жизнью в центре Москвы, к тому же она теперь попросту на расхват в профессии. Не за горами оказались новые проекты, она и сама начала снимать ролики для YouTube. Теперь Муцениеце по-настоящему наслаждается свободой, хотя забота о сыне и дочке полностью легла на ее плечи.